Формирование планет. В высокогорной обсерватории Альма в Чили специалистам удалось заглянуть в глубины космоса и зафиксировать изображение молодой звезды, вокруг которой только начинают формироваться планеты. Директор проекта Альма Пьер Кокс не скрывает своего восторга. Сегодня для нас сбылась мечта. Мы этим грезили в течение 20 лет. Это словно откровение, исключительное открытие и в то же время исключительное событие в жизни любой обсерватории. Высокогорная обсерватория Альма, строительство которой завершилось всего год назад, плод совместной работы специалистов из нескольких стран. Результаты первых наблюдений уже изменили представление ученых о сроках формирования планет вокруг молодых звезд.